Депутаты законодательного собрания провели парламентский день в Кувшиновском муниципальном округе. Основными моментами стали знакомство с работой объектов социальной сферы, деятельностью местных предприятий. Первый объект в рамках парламентского дня – сельскохозяйственное предприятие «Баховка», или, как оно называется сейчас, Кувшиновская молочная компания. Пока это ферма, где на сегодняшний день общее поголовье – 224 коровы. В то же время в хозяйстве идет масштабная модернизация. Побывали депутаты и на Каменской бумажно-картонной фабрике. Она является крупнейшим российским производителем макулатурного тарного картона, обладает самым современным и мощным производством бумажной продукции из вторичного сырья. Перспективы у предприятия хорошие, поскольку даже в рамках вот этих санкций, которые сейчас существуют, потребность в бумаге, картоне, изделий из него, она никуда не делась. Поэтому фабрика всегда будет обеспечена заказами. Еще один пункт в программе поездки – Кувшиновская школа-интернат. В минувшем году тут было 75 воспитанников. Ученики – активные участники спортивных и культурных мероприятий округа, а также области. Многократные призеры профессиональных и творческих конкурсов. Тренируются дети на этой спортплощадке. За годы эксплуатации покрытие пришло в негодность. Необходима замена. Депутаты пообещали помочь в решении этого вопроса. Я всегда вижу, с каким интересом депутаты расспрашивают руководителей вот тех объектов, на которые мы приходим, и даже вот как бы подсказывают, что можем мы, депутаты, каким образом помочь в решении этих проблем. В этот же день депутаты осмотрели Комсомольский парк. Разбитый на основе бывшей усадьбы основательницы города Юлии Кувшиновой, он входит в список объектов историко-культурного наследия Тверской области. Также народные избранники посетили один из самых популярных объектов парка – футбольный стадион. На нем, в частности, проходят матчи первенства региона. В целом, парламентский день депутаты оценили довольно высоко. Это эффективное мероприятие в плане того, что мы вырабатываем свое мнение и формируем свою повестку на дальнейшую работу. Каждый раз убеждаюсь в пользе этих парламентских выездов. Что касается Кувшинова, я был здесь несколько раз, но достаточно давно. Во всяком случае, я увидел огромные перемены. Город ухоженный, чистый. Все делается для людей. Парламентские дни появились в работе законодательного собрания в 2018 году. Такие мероприятия в муниципалитетах – еще одна возможность наглядно и комплексно ознакомиться с тем, как работают законы, которые принимает областной парламент, как они помогают населению и где требуется, проанализировав ситуацию, оказать помощь. Безусловно, это возможность прямого общения с жителями на той или иной территории. Поэтому подобная практика будет продолжена.